Какой молодец, сам встал на ножки. Да, болит правая задняя. Да, болит правая задняя. Ничего, мама тут. Мама здесь, с тобой рядышком. Давай, давай, ходи, 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 сам ходи. Молодец какой. Ты мой красавчик. Да, мой золотой. Ага, как хорошо-то, скажи тут. На свежем воздухе. Дома душно. Боюсь, что к вам будут заходить собаки пугать. Двери все закрыты. Окно не спасает, да? Ты туда не ходи. Вот там ты себе тоже ноги поломаешь, красавчик. Давай вот тут, в эту сторону. Там нет щитов. Давай, 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 давай. Вот в эту сторону, там земля чистая. Там ты не споткнешься ни обо что. Давай. Не, скажи, я полежу. Я пошел. Я, говорит, уже устал. Иди, а то тебя зверь испугается бензиновой. Есть места. Не так, не места. Ты мой красавчик какой. Ты мой золотой. Мамочка. Не пугай зверя. Честер, отвали. Он не обидит, но напугать напугает, потому что мелкие-то не знают, что он не страшный. Ну, конечно, я еще не привык к вам, ко всем. Я еще маленький такой, страшно мне маленькому, да. Очень страшно. Гулять, ходить интересно, но страшно. Может, он так за городочку из-под дома, если вот прямо сюда вынести? Нет, он слишком маленький, я его одного не оставлю. Подрастет, потом будем. Да и так гулять будем уже ходить, мне сейчас полегче немножко будет. Ежи подрастут. Научу самих есть, если больше никого не привезут. Да. А? Да кошку просили посмотреть. То, малыш, вот такой красивый маленький малыш, господи. 2 килограмма чистого золота.